Озвучено студией Team Raccoon. Дневник Альфреда. 30 января. В прихожей на предприятии в Антарктике есть запечатанная комната. Я не знаю, что там спрятано и не знаю, как попасть туда. Возможно, тут пригодились бы три камня, которые носят члены нашей семьи, как доказательство нашей принадлежности к Эшвардам. Единственная проблема в том, что я не знаю, как завладеть камнем отца. 17 февраля. Наконец-то мне повезло с проникновением в ту запертую комнату. Я и представить не мог, что наше с Алексией рождение связано с такой безумной тайной. Я ненавижу своего отца, этого дурака, Александра. Теперь очевидно, что мы были созданы в попытке оправдать его прежние ошибки. Я никогда больше не смогу ему верить. Я должен восстановить славу семьи Эшвард вместе со своей сестрой. Мне нечего бояться, пока рядом есть Алексия. 3 марта. Алексия провела эксперимент, о котором мы говорили, на человеке. Наш бесполезный отец должен быть счастлив теперь, когда он наконец-то расплатился с семьей Эшвард. Единственное, о чем следовало побеспокоиться, это чтобы тот дворецкий Харман ни о чем не догадался. 22 апреля. Эксперимент провалился. Наш отец оказался совершенно бесполезным. Даже хуже, он превратился в опасного монстра, который полностью вышел из-под контроля. Мы связали его и заперли в камере подземной тюрьмы. Как бы то ни было,
Кажется, Алексия близка к разгадке. Вопреки моим ожиданиям, она говорит, что хочет провести эксперимент на своем собственном теле. Больше того, она считает, что для удачного завершения эксперимента должна пролежать в криосне 15 лет. Благодаря этому идиоту я так долго не смогу увидеть мою милую Алексию. Алексия уснет, полностью доверившись мне. Теперь я единственный, кто может защитить ее. Yeah.
Крис! Я так по тебе скучала. Я знаю, но нам надо уходить. Не сейчас. Мы должны найти Стива. Кто такой Стив? Один парень, с которым мы вместе уходили с острова. Но когда на нас напал монстр, мы разделились. Значит, Стив где-то на территории этой базы? Я уверена в этом. Клэр? Что такое? Кажется, в мой организм попал яд. Держись, я вернусь.
Королева муравьев. После обнаружения остатков древнего вируса в генах матки муравьев, я сконцентрировалась на изучении этих насекомых. Экосистема муравьев кажется мне по-настоящему идеальной. В муравейнике всего одна королева, а остальные – ее рабы, солдаты и рабочие. Они посвящают жизнь матке. Смерть королевы обозначает гибель всего муравейника. Между тем, солдаты и рабочие легко могут быть заменены, пока жива матка. Точно такие же отношения существуют между мной и прочей невежественной массой. Я преуспела в создании идеального вируса, соединив ген матки муравьев с вирусом-прародителем, который нашел Спенсер. Своего всесторонне бесполезного отца я использовала для проверки. Как я и ожидала, вирус привел к быстрому изменению в его клетках, вызвал полное разрушение мозга и тканей тела. Кроме того, в его теле выработался особый вид ядовитого газа, против которого синяя трава бесполезна. Поэтому на крайний случай мне пришлось создать антидот, который я храню на складе химического оружия на этаже B2. Я решила назвать этот вирус невообразимым потенциалом – Ти-Вероника. Когда я выясню, как использовать мощь этого чудесного вируса в полную силу, мое великое исследование будет полностью завершено. Алексия Эшфорд.
Здесь нам нужно узнать правильную комбинацию. Подсказкой тут является фраза «Алексей и я – две разные стороны монеты». Для начала нужно запомнить символы. Первое – масть черви, второе – масть пики, третье – две заглавные буквы АА и последний символ – корона. Теперь достаем тот самый кубик, который мы нашли еще в самом начале, и смотрим. То есть находим символ и вводим тот, который изображен на другой стороне кубика. Итак, первое – масть черви. Смотрим, это у нас будет АА. Второе. Вместо масти пики будет корона. Вместо АА черви. И, наконец, вместо короны пики. Получается, правильный ответ у нас будет АА, корона, черви и пики. Отчет об исследовании вируса. Продолжается работа с Т-Вероникой, вирусом, который я получила из матки муравьев. Чем больше я изучаю его, тем больше поражаюсь его потенциалу. Я наконец вставила вирус в собственное тело и выяснила, как максимально использовать его силу. Я буду избегать ошибок, допущенных с моим отцом. Я подавлю действие вируса при помощи ультранизкой температуры, что позволит моим клеткам мутировать куда медленнее. По моим подсчетам, должно пройти 15 лет, прежде чем в моем теле выработается иммунитет, и я смогу сосуществовать с вирусом. До тех пор я вынуждена доверить капсулу, в которой буду находиться, глупому, но преданному муравью-солдату, являющимся моим братом. Когда я проснусь, я буду королевой, и мои дети распространят Т-Веронику по всему миру. Каждое существо на Земле будет жить, чтобы служить мне. Тогда мир превратится в идеальную экосистему. Точно как огромный муравейник. Алексия Эшфорд.
Как это сделать? Алексия. Вот как я избавляюсь от незначительных букашек. Отправляю паука. Как ты хочешь умереть? Thank you.
Клэр, я позабочусь о тебе. Тебе лучше? Благодаря тебе. Ты прямо как старший брат. Всегда приглядываешь за сестренкой. Алексия! Алексия? А это действительно Алексия? Уже практически настал час генетически измененных детишек. За ней! Она может знать, где Стив! Вперед! Нет! Иди! Я справлюсь! Но, Крис! Ты должна спасти Стива! Иди!
Файл охраны. Самый важный секрет семьи Эшвард хранится в лаборатории. В качестве предосторожности я установил в центре управления систему самоуничтожения и ввел ее код активизации в компьютер. После его ввода все двери будут открыты для обеспечения доступа к аварийному выходу. С помощью лифта, напрямую соединенного с ангаром, покинуть лабораторию будет довольно просто. Запомните, что в качестве кода активизации я ввел имя нашего прекрасного предка. Слава роду Эшвардов! Александр Эшвард.
Клэр? Нет, не могу сдвинуть! Кто это с тобой сделал? Эта сумасшедшая женщина сказала, что хочет провести на мне тот же самый эксперимент, который пережил ее отец. Она совсем сошла с ума! Что случилось? Клэр! Я не могу дышать! Клэр! Помоги! Клэр! Нет, подожди! Клэр!
О, Стив. Ты такая теплая. Стив, ты должен продержаться. Мой брат пришел спасти нас. Мы выберемся отсюда. Твой брат сдержал слово. Мне очень жаль, что я не смог. Что? Что ты говоришь? Я рад, что встретил тебя. Я люблю тебя. Клэр. Стив? 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 Стив?